Крош. Идем играть, Хэппи! Сейчас, погоди минутку, Крош! Аккуратнее, Амелия! А, прости, Хэ-Хэ! Я просто обожаю летать! У тебя здорово получается, Амелия! Вот бы и мне так! Серьезно? Вот уж не подумал бы, что у тебя есть к этому интерес. Если я не умею летать, это еще не значит, что мне не хочется! Амелия! Амелия! Ну что, Крош? Я бы ужасно хотел полетать, Амелия! Но сам не могу! Ты возьмешь меня в полет? Я бы с удовольствием, Крош, но мне с тобой будет не подняться в воздух. Люблю летать я там и сям, по облакам, по небесам. В чем дело, Крош? Я бы хотел летать, как Амелия, но я не умею. Енот, пузыри лопаются, а брызги летят на книги. Ну и что подумаешь? А зато мне весело! Подожди, енот! Даже мыльные пузыри умеют летать! Осторожно! Ну вот, и даже Гори! Похоже, что Крош по-настоящему мечтает о полетах. Наверное, пришло время зайти к нашему шару мудрости. О, шар мудрости, я снова за советом. Мой приятель Крош мечтает научиться летать. Что мне делать? За мечтой иди любой, если лучший друг с тобой. Понятно! Это же обо мне! Я ведь лучший друг Кроша! То есть я должен помочь ему, да? Ладненько! Обидно, что я не умею летать, Скутер! Ой, Хэ-Хэ! Осторожно! Я нашел выход! Я знаю, как тебе помочь взлететь! Да? Шар мудрости сказал, что я, как твой лучший друг, обязан тебе помочь. Но ведь для того лучшие друзья и существуют. Я помогу тебе научиться летать. Серьезно? А ты сможешь? О! Разумеется, и у меня уже есть одна идея. А ты уверен, что так получится? Нужно просто-напросто хорошенечко подскочить и махать, словно крыльями. Так и лети, только махать не забывай. Что скажешь? Даже не знаю. Ну ладно, на взлет! Что-то не выходит! А я и не думала, что получится. Вот! Это то, что надо! Мячиков штук 10. Ну, а эти для чего? Все сейчас увидишь, приятель.
Если мячики так здорово подскакивают сами, значит, ты тоже с ними подскочишь. А ну-ка, подпрыгни, чтобы они спружинили, и счастливого тебе полета! Ух ты! Надо же! Получилось! Крош! Ну как, не ушибся? Ёлки-иголки! Какие еще будут идеи? Есть одна! У супергероев получается летать! Да? Ага! И что? А то, что тебе нужен костюм, как у супергероя! И еще глупее! Ха-ха! Давай, беги как можно скорее! И выставь в стороны руки! Понятно? Ладно, все, бегу! Угу. Все знают, что супергерои умеют летать! Ты уже чувствуешь себя супергероем? Не чувствую, а я и есть супергерой! Понеслась! Мы только время теряем. Не выходит. Я никогда не полечу. Да ты не расстраивайся, что не умеешь летать, Крош. С какой стати ты должен уметь? У тебя же крыльев нет? Неудивительно, что у вас ничего не вышло. А вот меня это удивляет. Шар мудрости всегда прав. И он сказал мне: за мечтой иди любой, если лучший друг с тобой. Не знаю, может быть, из меня неважный друг. Что ты? Ты же так ради него старался. Хотя ничего и не вышло. Верно. По-моему, пора взять сухую тряпку и убрать воду с пола. Ага. Еще кто-нибудь не поскользнулся. Енот! Сейчас уберем! Сейчас уберем! Слушай, енотик, есть одна блестящая идея. О? Я хоть немножко хотел полетать, но, видать, раз крыльев у меня нет, у меня ни за что в жизни не получится. А? А? Что такое? Эй, Крош, лови зонтик, посмотри, что будет. Ты видишь? Да! Ты взлетел, Крош! Да, взлетел! Класс! Я падаю! Спокойно! Продолжай полет! Хе-хе! Я летаю! Смотри! Супергерой! Ого! Вот до чего ты додумался! Крош, ты летаешь! Но не отпускай зонт! Ха! Отлично! Значит, все не зря! Все это не было пустой тратой времени! Теперь меня зовите Суперкрош! Ну а что там с остальными зонтиками? Их нужно как-то снять оттуда. Мы знаем, что делать! Хоп-па! Готов? Ага! Супер-Крош, к взлету готов! Взлетай, Крош! Без проблем! Я же Супер-Крош! Ага! Ого! Кто бы мог подумать?
думает, что я всего за день научусь летать. Ну, вообще-то, Крош... Знаю, знаю! За мечтой иди, любой, если лучший друг с тобой. Вот-вот, дружище.